Всем привет, сегодня я попала на самую безумную улицу, прикиньте. А, тут у некоторых вообще дом, даже крыши нет реального. Здравствуйте, я ваша новая соседка, лошади. Фу, отстаньте от меня, ой, жадно. А что я там, ну, короче, все разрушено. Дети сейчас не спят. Я не могу заснуть. Не знаю почему. Но мне надо убраться. Пишу, предлагаю. Сейчас на душ. Я очень сильно хочу образовать свой дом. Я была хоть в доме, жила. Как он, ну как бы до нас. У нас нету хозяев, так что как бы это заброшено, для нас мы самые богатые в мире. И перед тем, как я переоденусь, подождите, я сейчас быстренько. Короче, я не могу, это слишком уже, это голову себе ломаю, перед всем ломаю тут голову, вот, я не знаю, что мне даже сказать, и я сейчас поеду на полицейской машине, потому что меня пригласили в участок. А она должна приехать. Можете сказать, что она маленькая. Да. Ай, блядь. Ну, как бы, можно смотреть, что она машина. Ну, ответьте, пожалуйста. А где ее телефон? Всем пока.